Во дворце спорта «Триумф» прошел турнир городского округа Люберцы по самбо среди юношей и девушек. Соревнования посвятили 82-й годовщине контрнаступления советской армии под Москвой. Наша съемочная группа пообщалась с организаторами и участниками спортивного праздника. Этот турнир собрал более 140 воспитанников Федерации самбо городского округа Люберцы. Его название «Первый шаг» говорит само за себя. Для большинства мальчиков и девочек это маленький дебют в большой спортивной карьере. Я очень много тренировался, потому что хочу занять первое место. Я когда вырасту, очень хочу стать тренером по самбо. Сначала на ковер вышли самбисты 2015 и 2016 годов рождения. Для них соревнования проходят по упрощенным правилам, без болевых приемов. Их будут ставить уже в захват, то есть классический захват, и из этого захвата они будут бороться. В партере им можно делать только удержание, никаких болевых приемов. По 2013-2014 году они будут бороться по обычным правилам самбо, то есть уже и с болевыми приемами, и с удержаниями, и со всеми правилами. Для каждого самбиста участие в этом турнире – возможность оценить свои силы и в дальнейшем поработать над ошибками. А для юных спортсменов, которые займут места на пьедестале почета – стимул двигаться дальше. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.